До 10 нетрезвых водителей в сутки выявляют сотрудники ГИБДД на дорогах Самары. В городе продолжаются профилактические рейды. Экипажи ДПС изменили схему работы. Дополнительные посты выставили на центральных улицах. Правоохранители напоминают автомобилистам об ответственности и наказании, которое предусмотрено для любителей выпить и сесть за руль. В настоящее время у нас лишение предусмотрено право управления транспортным средством и штраф 30 тысяч рублей. Лишить прав могут на срок от 1,5 лет. Нетрезвые водители часто провоцируют ДТП и мешают законопослушным автомобилистам на дорогах. Координация другая, замедленная. Поэтому на дороге могут разные события произойти. Нужно быть всегда в форме. Еще одно нарушение, которое фиксируют во время рейдов – тонировка. В сутки по городу выявляют 30-40 автомобилей с затемненными стеклами. Ведут работу и с мотоциклистами. Очень большое количество обращений граждан, которые живут у нас на центральных улицах и магистралях города, Московское шоссе, Новосадовое, Волжский проспект. Ну, есть такая возможность у мотоциклов показать свою мощь, тем самым разбудить и побеспокоит сон граждан и отдых граждан. В связи с этим мы обращаем очень серьезное внимание на данный вид нарушений. Пока таких любителей поддать газу предупреждают, но попутно выявляют и другие нарушения правил дорожного движения. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.